Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Фотографом пойти работать? Это так классно. О, мой некрасивый ноготь. И мои два красивых ногтя. Может, я все уже работать пойти? Мам, меня никто не смотрит. Я не популярная. Ну вот именно. Ты только вечно популярная. Тем более, что ты не популярная. Вообще-то я популярная. Алена пошла в задницу отсюда. Я в обидах. В задницу пошла. Ты сказала, что приедешь, мам. Погнали коньки купим. У меня бабок нету. А дорогие коньки, сколько они стоят? Ты сказал, что приедешь? 5000, что так долго? Мам, коньки же не стоят 5000. Слышь, ты папе, я тебе ролики купил, может, коньки купить. Сейчас Настя посмотрит, сколько стоит. Когда? Недавно. Я вот до сих пор одетая, сижу, жду тебя. За косарь можно, пишут. А я все жду тебя. Сижу и жду тебя. Ты не представляешь, как мне хорошо, когда ты целуешь меня, а еще. А еще? Да я банальная. А вы знали, что майонез делается, короче, из яйца? Забыла. Из горчицы и из чего еще? Из яйца, горчицы и растительного масла. Я не знала. А где купила? Ой, подожди, это же Диана. Диана, это ты, что ли? А то, смотри, тёлки, волосы длинные какие-то. А ты Диана миленькая? Есть такая маленькая девочка, она, короче, вообще классная. Дорогие. Диана, дай коньки. Вот пойдем покатаемся, Диан, ты же недалеко от меня живешь. Что за туса? Какая туса? Не понимаю, о чем. Я ищу коньки, дайте мне коньки. Я хочу покататься на речке, где в натечке. Научиться. Дай покататься коньки, пожалуйста, до вечера. Потом приедешь, можешь забрать. Че, Мадина? Жесткая туса. Я настолько легкая, что даже стул не опускается, смотри. Конечно, чем так интересно. Я настолько легкая, что подо мной даже стул не опускается. Смотри, я подниму. Если ты его сломаешь, и боюсь, что вместо того, чтобы кататься на коньках, найдешься новое увлечение и плакать в комнате можно будет. Привет. Мам, я выпила целую чашку чая без сахара. Сгоняй потом в Декатлон. Сколько там стоит? А, заказать? Да я-то кататься не умею на роликах. Ой, на коньках. Я только на роликах могу. Да Шиба, блин, дура. Она не хочет со мной на роликах ехать кататься. Я бы покаталась. Я не умею на коньках кататься, понимаешь? Я уже пыталась не один раз, я все время падаю. Но я катаюсь на коньках. На роликах сейчас, да. Но я умею кататься на коньках, только если держаться за кого-нибудь. Ну там за стену. За пингвина. За пингвина. Знаешь, в лето такие пингвины есть, с которыми не падать. Вот я с ними гонять только умею. А так я около этой стеночки держусь. Вот. Я хочу гулять, кататься, хоть что-нибудь поделать. Мне вообще насрать. Ты что, все дома? Да со мной никто гулять не идет. Где поплакать можно? Да хотя бы в кино сходите со мной. Да что, поздно, время-то только 6 часов. Ага, всем, кто хочет учиться и работать, на варенье надо. Нет. Ну, сотки две-то я намущу. Я имею в виду, на коньки бабок нет. Я бы сгоняла на выжившие или на гребни волны. О, Кристина, это чеверёва, что ли?
А, я ведь читала то, что тебя отчислили. Кристина, ты меня, наверное, ненавидишь, потому что я сижу в таком же пальто, как у тебя. Могу сказать мой адрес, и ты можешь меня убить. Вышибший крутой фильм. Здорово. Походу, я иду одна, мам. Ну да, иди одна, а тут у девочки такое же пальто, из-за этого она меня не очень любит. Все мне свалить. Порежь еще что-нибудь. Слышь, ну у тебя картошка, вот. Посиди через так. Что, Марин, что? Что? Что-то? Че, пишешь без анестезии, да. Че он здесь спрашивает, что-то пальто? Не знаю, кстати. Че, кто меня смотрит? Кому-то не нужно. Вот только Шипа и Алена. Ну, это те, кого я знаю. Терпимо. Я не чувствую такой боли. С иголками. Все, выключайся. Ну, ты кушай сейчас. Мне даже татуировку делали без анестезии. А ты кушаешь в телефон. А я хочу вкусного чая. Сейчас. Еще минут пять, все. Большую все. И большую, и маленькую, и среднюю. Разденься уже. Да нет, я уйду отсюда. Не надежда. Поделитесь трансляцией, чтобы кто-нибудь меня посмотрел, пошел со мной в кино. Или кататься. Самую большую покажи. Ну да, сейчас я буду раздеваться, чтобы тебе показать мою татуировку. О, Шиба пригласила. Напишу Кутузовой. Гов кино. Да не буду я тут раздеваться. Кутузовой, да. Но она все равно дома живет. Ой, живет дома. Сидит дома. Так, Алена, хочешь, пошли со мной. Я что, мне вообще все равно с кем идти. Никто не идет. Она не хочет. Кину ее в игнор. Я с братом сижу. А я знаю, кому напишу. Знаешь, кому, Алена? Яна Васильева. Сейчас я маячок кину. Пошли в кино. Да, да, да. Именно ей, милаха, спасибо. Так она вроде у Юли. И что страшного, с Юлей поедет. Сейчас маячок кину только. That's bomb. Для совершения данного звонка. Пожалуйста, кто-нибудь, откликнитесь. Сейчас тебе или солишь? Не спали. Ой, мне так впадло вообще шевелиться стало. Почему никто не хочет со мной идти в кино? Что за жизнь такая? То вообще телефон разрывается, пошли гулять, когда мне впадло. А как только я собралась, никто со мной... Может, это за мной? Закинуть на телефон. Что закинуть? Холодно. Нормально. Даже волосы это спушились, взбудоражились. Так, короче. Не надо закидывать. И все равно они пропадут. Вась! Вася! Тебе что ли? Лучше, блин, заплатить за меня в кино. Блин, она тоже пыталась позвонить. Тупая Яна Бомжара. Я достану. Милашка, спасибо. Сейчас. Так. Сейчас я ей позвоню. Сейчас, я не позвоню, я ухожу, а надеюсь. Мы? Я не. Раз, два, три, пять, пять. А, она у тебя записана. Эй, я чай вообще-то пила. Свободно, блядь, купи.
Ты где что делаешь? Я знаю, что ты с Юлей. Ты где? Что там делаешь? Ты куда едешь? Пошли в кино. Как хочешь, я так хочу в кино. Или хотя бы погулять. Пошли хотя бы погуляем, со мной никто не идет. Да пошли. Че врешь? Ты променяла братана на сиськи? Не брат ты мне вовсе. Да. Ну все, давай пока тогда. Не хочу с тобой разговаривать. А что ты решила салатик? Продажная. Я что-то сварила, да? Вещи, я беру телефон. Тебе телефон оставить надо, да? Наверное, да, как ты догадался. Ну ты с Наташей? Не оставить. Она на Лёне Голикова с Юлей гуляет. Собакой какой-то. Что ты меня щипаешь? Смотрю, ну что, надета тебе не холодно? Там теплая кофта. Как видишь, мне тепло. Да, сижу, вот греюсь. Час, надоело, да. Мне сейчас тут не гулять пойдет, она никому нафиг не нужна. Да, никому не нужна. Может померить свои силы. Так нахрена я красилась? Мириться не может. Вот. Лучше бы спала. Че вы мне лайки ставите? Вечером сделай транс. Мам, ты мне дашь вечером телефон? Нет. Телефон дается строго по выдаче. Все? Хорошая успеваемость и работа. Так ничего нету. Никакого телефона. Ну, можно купить мне телефон. Ну да, как вариант. Потому что заработать-то в голову не пришло, да? Я что, сама себе на телефон зарабатываю? Что, а кто тебе заработает на телефон? Да-да. Ага, у меня есть одна подруга, ее зовут Юля тоже. Ей мальчики дали телефон. Вот ей в прошлом году 5-й подарили, в этом 6-й. И каждый раз разные. Мама палит контору. Мне вообще все равно. Мне интересно. Вот, а еще ей все время дарит по 100 роз. За какие благодарности? Не знаю. Угу. Мальчики ее любят, а меня нет. Мне максимум дарили 15 роз, и то это был папин друг. И то это на день рождения. Ну, 101, какая разница. Марин, не знала, что могу с ними сфоткаться. Угу. Мальчики плохие, тут написано. Мальчики, однако, не мальчики. Мальчики такие девочки. Да, мне никто цветочков не дарит. Подарите мне цветочки. Типа, я могу сказать, когда, во сколько, где я живу, и где я буду. Где зима? А замороженное, может? Вот. И ты такой подаришь мне, и я такая, ой, как неожиданно, спасибо. Когда я решила нажиться. Лет 16. Кстати, нужны билеты на Аврору по 200? Когда тебе 17? Нет, 20 числа. Потому что жизнь такая. Сейчас, короче, я делаю утро. Сейчас мне надо... На работу завтра. На работу. Короче, новая.